Привет, друзья! Это программа «Дело по плечу», программа, в которой мы рассказываем о различных профессиях. И сегодня, пожалуй, необычный выпуск, необычный он тем, что пойдем мы с вами пробовать профессию массажиста. Пойдемте. Специально для этого мы приехали в спа-центр «Парадиз». Го! Это будет круто! Пойдемте, будет здорово! Рассказывать мне о всех тонкостях работы массажиста будет мне Алексей. Алексей, здравствуйте. Спасибо, что нашли время для нас в своем плотном графике. Как давно вы в профессии? Как давно вы занимаетесь массажем? Это около 10 или 11 лет. Это был случайный выбор, или вы с детства, когда все хотели стать космонавтами, врачами и учителями, вы хотели стать массажистом? Мне нравится заниматься массажем, приносить пользу людям, помогать им сохранять свое здоровье. Вы учились на массажиста, или это было, ну, скажем, вынужденная мера, надо было доучиваться, или это было целенаправленное обучение? Я учился на массажиста в медицинском училище, заканчивал медицинское училище, проходил курсы массажа. Алексей, я не ошибусь, если скажу, что массаж вы проводите не здесь, не на ресепшене, а у вас есть специально оборудованное помещение, в котором все дело, собственно, происходит. Безусловно, есть специально оборудованное помещение, которое у нас находится внизу. Тогда давайте не будем терять времени и пойдемте постигать новую профессию. Вперед! Мне кажется, это будет очень круто. Мне будет круто точно. Надеюсь, мне тоже сделают массаж. Боже, как здесь красиво, как здесь спокойно. Я бы здесь жил, мне кажется. Ну что, начинаем осмотр. Как Алексей сказал, здесь есть раковина. В ней есть холодная и горячая водичка. Здесь есть мыло. А мыло... О, нет, это камень. Можно было бы пошутить про белые тапочки, но, друзья, здесь они неспроста. Тапочки здесь в кабинете для двух моментов, скажем так. Во-первых, после массажа обязательно можно отправиться в душ. И чтобы не надевать свою обувь какую-то, здесь есть специальные тапочки. Плюс к этому, если вдруг вам захотелось во время процедуры уединиться, надевайте тапочки и отправляйтесь по своим делам. Главное потом вернуться, это важно. Полотенца всегда сложены как надо, это всегда, это такой стандарт, знаете ли. Ух ты! Так называемая стоун-терапия. Стоун-терапия. Это, я так понимаю, печка для стоун-терапии. Давайте заглянем. Ящички здесь неспроста. Они пустые, кто-то может сказать, что это типа судочки. На самом деле это целый стол нагревательный, в котором есть специальные элементы для того, чтобы разогревать масло, чтобы человек, который ложится на стол к массажисту, было комфортно. Потому что если холодненько, знаете, вот так происходит обычно. Вот это приспособление, это непыточное. Это для приспособления для аюрведического массажа. Чаша и вот шланчик специально сделаны для того, чтобы лить теплое масло, друзья, в район третьего глаза. Вы мне сказали, что вы обучались медицинскому массажу. Объясните мне принципиальную разницу между медицинским массажем, то, чем вы занимаетесь, и, ну, скажем так, любой другой салон красоты, где делают массаж типа релакс, я не знаю, как правильно это называется. Нет, в профессии массажист есть медицинский брат или сестра, то есть специалист по медицинскому массажу. Чтобы этим заниматься, нужно закончить медучилище, необходимо пройти курсы, пройти обучение и получить сертификат, который выдается на 5 лет. Каждые 5 лет специалист проходит переподготовку и работает, получает лицензию. То есть лицензия есть либо у него, либо в учреждении, где он работает. Алексей, у нас готов гость. Расскажите, пожалуйста, какие виды массажа в принципе вообще бывают? Ну, кроме совсем экзотичных, типа третьего глаза и так далее. Какие бывают виды массажа и с чего он начинается? Видов массажей много. Направлений основных три. Это релакс, направленный на снятие стресса.
реабилитационный массаж. Это массаж, который делается после различных травм, невралгий. Угу, так, и третий? Третий – это спортивный массаж, который направлен на подготовку мышц и на восстановление мышц после физической активности. Отлично! Любой массаж начинается с подготовительного этапа. Это разогрев мышц и тканей, подготовка их к более глубокому и интенсивному воздействию в дальнейшем. Буквально в течение 5-6 минут. И, как вы называете, заминка – это последний этап. Он направлен на расслабление нервно-мышечного аппарата. Чаще всего это поглаживание, это вибрация. Давайте посмотрим, как работает профессионал. Алексей, вам слово. Начинаем со знакомства. Пациент привыкает к моим рукам. Я оцениваю состояние его мышц, выясняем проблему. Вот. И все это длится в течение, ну, где-то там 5-6 минут. Потом уже переходим к основному этапу. Хороший массажист – это квалифицированный специалист, работающий по лицензии. Так, бумажка есть, подтверждающая. Хорошо. Он работает в кабинете, который соответствует всем нормам СанПина. Чаще в связке с неврологом. Вот. То есть у вас здесь в Парадизе есть невролог, специальный человек, который в случае чего может вам подсказать по неврологии, да, что-то. Безусловно. Слушайте, это очень круто. Очень круто. Ну, невролог более точно может определить проблему и назначить более правильное лечение. Это выглядит со стороны очень круто. Очень круто, и мне кажется, это очень приятно. Я же правильно понимаю, что здесь в большей степени все-таки кабинет для медицинского массажа, стол потверже и так далее. Но это же не все. Здесь же есть еще что-то. Вот это что такое? В этом кабинете как раз проводится релакс-массаж. Это бесконтактный гидромассаж. Здесь человек находится как на таком водяном облачке. Что еще есть? Это... Здесь можно и поспать, конечно, отдохнуть, восстановить, да, силы. Отлично. Ну же, неплохо, неплохо. Есть еще, друзья, здесь баня. Готовы? Готовы это увидеть? Пойдемте. Здесь делают пенный массаж. Естественно, расслабляющий, релаксирующий. То есть напенивают человека и... Напенивают вот из этой... То есть это специальный какой-то состав там мыльный, да, я так понимаю? Или на основе чего он сделал? Мыльный состав, которым для того, чтобы вместо масла можно было человека разминать. Поскольку мы сегодня говорили о медицинском массаже, массаж шейно-воротниковой зоны, который длится полчаса, стоит меньше 1000 рублей. Массаж классической спины, 45-минутный, около 1000 рублей. Я обязательно воспользуюсь всеми вашими советами и приду к хорошему массажисту. Спасибо вам огромное, это было очень круто. Спасибо вам. Такие мягкие руки.